Людмила Вышегородцева в профессии повара уже 35 лет. Окончила Горьковское кулинарное училище. Для повышения своего мастерства и, соответственно, профессионального разряда продолжила обучение на специальных курсах и стала поваром 5-го разряда, настоящим профи в своем деле. Сначала Людмила Николаевна работала в Нижнем Новгороде, а после приехала в Саров. Поваром в 14-й школе она работает 10 лет. Сначала я работала в Нижнем, раньше Горький был. Потом сюда приехали, здесь работала, дом торговли. А потом здесь, вот 10 лет я здесь работаю. Мне очень нравится готовить. А в школе мне вообще нравится кормить деток. Мне нравится, чтобы все были сытые, все были довольны. Главное, чтобы было вкусно, говорит Людмила Николаевна. А для этого, по ее мнению, нужно любить свою профессию и уважать того, кому готовишь. Ну и никак нельзя обойтись еще без одного маленького, но очень важного секрета. Нужно готовить с душой. Тогда будет все вкусно и будет все хорошо. Но надо думать о положительном, и всегда надо любить, чтобы готовить. Я люблю, когда дети хорошо кушают. Я вообще люблю, когда люди хорошо кушают. Да, стараемся угостить. В школе Людмила Вышегородцева готовит все по технологии. А вот дома любит пробовать новые рецепты. Часто делает выпечку. Домашняя Людмила Николаевна очень любит ее пирожки. Уже имея немало знаний в своей области, повар постоянно учится новому, открывает для себя новые рецептуры и методы. Повар в школе – это особая профессия. Людмила Вышегородцева почти всех учеников знает по именам. Каждому говорит доброе слово. С кем-то пошутит, кого-то и пожурит. И ученики к ней относятся с ответным теплом. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем повара. Желаю вам счастья, здоровья и успехов в нашей нелегкой профессии. Канал 16 присоединяется к поздравлениям всех кулинаров, профессионалов и любителей. Желаем вам творческого вдохновения и вкусных блюд. Светлана Ерунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.